chest. Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit pop. Кипиш вот этот произошел. Это Ромка там с Ярошем. Я услышал такую фразу, как типа, мы вообще не будем выкладывать. И мне это очень не понравилось. Это что за ультиматум какой-то? Типа, мы должны играть как нежные. При том, что я к Дроссу хорошо отношусь, я это не раз говорил, к Жене тем более. Но Рому провоцировали не один раз. Типа, Рома терпел очень многое терпел. В какой-то момент за ним бежали прямо, и он откидывал, но он играл по правилам, он играл корпус-корпус, никаких вообще проблем не было. Меня тоже достаточно били по ногам в этом матче, но это футбол, это нормально. Кстати, хочу сказать спасибо команде ФК «Деньги» за игру и возможность побегать. Я играл в центре, против Эльхана и Олейника. Еще частенько приходилось держать Папина. Да и вообще я не считаю, что Нечай, Генчик, Эльхан, Олейник, Папин и некоторые из ФК «Деньги» слабые футбики. Может, у кого-то меньше скилла, у кого-то больше. Но желание играть у всех было одинаковое, а это, я считаю, главное. Нужно отдать должное каждому из них. Каждый из их команды хотел выложиться на полную, и недооценивать соперника никогда нельзя. Мы не боролись за выход из группы, за выход в финал и не боролись за кубок. Мы кайфанули, ФК «Деньги» кайфанули. Против Сашки было нарушено правило, виновник Рома с «Деньги», после чего впряглись и другие пацаны с «Тудроц». Потасовка дракой не закончилась, но слухи идут, что после матча была еще какая-то стычка в раздевалке, видео, к сожалению, нету. Кто же все-таки прав, а кто виноват? Start acting like you're winning, make your own.